Я считаю, что такие затянувшиеся праздники, выходные, как майские, как Новый год, они обязательны нашим людям по причине того, что ну, у нас все работают, в жизни такое все серое, будни, вот, все только приходят домой, телевизор, ну как-то разговариваешь с людьми, очень мало радости, очень мало позитива, и самое страшное то, что сейчас у людей пропала вера в завтрашний день, ну как бы нестабильность, и поэтому вот эти праздники, когда люди действительно могут позволить себе поехать на дачу, кто-то может позволить себе поехать на отдых. Вот у меня дочь живет в Испании, и я просто хочу сказать, что там есть сиеста. 3 часа сиесты, как час это для того, чтобы человек мог пообедать, час для того, чтобы поспать, и час для того, чтобы заняться любовью. Испанцы, они все улыбаются, как бы, настолько они действительно, вот этот отдых полноценный, он их заряжает, и я когда приезжаю, сама же не могу жить без сиесты. Вот поэтому было бы даже неплохо, чтобы сиеста была и в России, потому что все-таки наших людей надо заряжать каким-то позитивом.